поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом, и продолжал он переходы свои от юга до Вифеля, до места, где прежде был шатер его, между Вифелем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там вначале. И там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил за Авраамом, также был мелкий крупный скот и шатры. Поместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лотова. И хананеи, и фарисеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую. Прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся Достигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Стал жить на земле хананской, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны перед Господом. И сказал Господь Аврааму: после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои с места, на котором ты теперь. Посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки.
и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто-то может сосчитать песок земной, то и потомство твое сосчено будет. Встань, пройди по земле сей, долготу и широту ее, ибо я тебе дам ее, и потомству твоему навсегда. И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу.